Перейти дорогу в нашем городе в зимний период – задача не для слабонервных. Обочина покрыта льдом, а дорога, если не скользкая, то обязательно в воде. И если в центре города эта проблема как-то решается, то, выйдя на периферию, можно схватиться за голову от ужаса. Пересечение улиц Советской Армии и Касимовского шоссе – вообще не самый удобный участок для пеших граждан. Наледь на тротуарах не позволяет беспрепятственно перейти дорогу. Приходится, сгруппировавшись, спрыгнуть со скользкого тротуара и торопливо семенить через проезжую часть. Времени на все про все – 18 секунд. Именно столько горит разрешающий пешеходный сигнал. Дорожку перешли. Замечательно. Классно. Легко? Очень. Да, скользко вообще, не очищаются дороги. Это ужас. Кошмар какой-то. Мы же думали, забор сломанный. Хотели перебегать сейчас. Да, да. Нам вот сюда надо, думаю, подняться там, потом сюда, думаю, это же вообще кошмар какой-то. Кстати, работа светофора также вызывает нарекания у граждан. Мы засекли, сколько времени проходит с того момента, как гаснет зеленый человечек, и до того, как он вновь загорается. Получилось, что гражданам приходится ждать своей очереди больше 5 минут. А постольку-поскольку многим необходимо перейти следующий участок дороги, дабы не рисковать и не бежать наискосок всего перекрестка, пешеходы вынуждены вновь стоять в ожидании заветного зеленого человечка. Итого почти 11 минут личного времени на ожидание. И это в современных реалиях непростительное попустительство.